Дорогие друзья, приветствую вас, вы снова на канале Adams Channel. Сегодня у нас будет такое маленькое видео, где я поделюсь с вами своей находкой. Значит, блуждая по форумам, я нашел такой вот сайт, называется он Get Free Coins. Нет, это нечто вроде крана, генератора, на котором можно, как здесь написано, зарабатывать. You can get free bitcoins every 3 days. То есть, можете зарабатывать биткоины каждые 3 дня. Причем самое прикольное то, что не нужно регистрироваться абсолютно. Ну, вы скажете, а как же тогда зарабатывать, если не регистрировать? А все очень просто, друзья. На главной странице есть вот такая вот форма, куда вы должны вписать ваше имя, биткоин-адрес, и здесь внизу будет биткоин-адрес вашего реферера, то есть человека, который вас пригласил. Как видите, у меня еще нету введенных здесь данных. Сейчас я буду вводить и посмотрим, что у нас из этого получится. Значит, автор темы показал скрин выплаты, то есть где ему сайт вывел более 1000 сатоши. Более 1000, но не более 10 000. То есть здесь, знаете, момент такой, что нужно выбрать такой биткоин кошелек, так как он платит на внешний адрес, то есть не на промежуточный, там типа микро кошелька FacetPay или Express Crypto. Нет, он именно платит на основной адрес внешнего кошелька. Поэтому надо выбрать такой кошелек, который принимает небольшую минималку от 1000 сатоши. Какой же адрес можно использовать? Я буду использовать адрес депозитного счета на сайте FreeBitcoin. Для этого я зайду во FreeBitcoin, затем выберу депозит. И вот он, этот адрес. Я его скопирую. И далее вставлю в это вот окно, где написано BTC-адрес. А в это поле мы вводим свой логин. Я буду вводить свой логин. Все, вроде сделал. Теперь жму Get как раз вот здесь до следующего раунда. Осталась 1 минута. Thank you for your message. It has... я не успел прочитать. Итак, друзья, я посмотрел, значит, на форуме и понял, что там было написано на этом зеленом фоне, что мы не успели прочитать. Значит, там было написано, что сатоши были отправлены. Но получим мы эти сатоши через 3 дня, то есть вот пройдет еще 2 дня после сегодняшнего, и тогда уже эти сатоши придут на баланс. Не знаю я, верить в это или нет, ребята, но человек, который опубликовал эту тему, он показал скриншот своей выплаты, что вот он получил 1400 с чем-то сатоши. Вот. То есть, что от вас требуется? Всего лишь ввести имя, биткоин-адрес, как я уже сказал, внешний, который принимает небольшую минималку, и нажать кнопку Get, и все, больше ничего не надо. Вот, друзья, вы скажете, а в чем же подвох? А я не знаю, ребят, никакого подвоха здесь нету, майнеров вроде нет тоже, загрузки процессора тоже нет. Я не знаю, в чем здесь подвох. Скорее всего, сайт может себя просто рекламировать, может в дальнейшем на этом сайте появятся какие-то другие функции, может крам появится, может инвестиции появятся. Ну, таким образом делает себе рекламу. Значит, что еще? Смотрите, вот здесь написано, да, вот что не требуется регистрация. We don't collect any of your personal information. Мы не собираем вашу персональную информацию. Not even your email address. Даже не собираем адреса электронных почт. It doesn't get easier. Нет ничего проще, как бы, да, it's free. Это бесплатно. All you need to start earning is a Bitcoin address for receiving payments. То есть все, что вам нужно, это ваш Bitcoin адрес. You don't have to waste your time doing boring tasks. То есть вам не нужно тратить свое время решать какие-то задания. Ну, как на кране, например, капчу решать и так далее. Вот ничего другого делать вам не надо. Просто впишите сюда ваше имя, ваш логин, сюда биткоин адрес и жмите кнопку Get. Вот и все. Да, еще вот есть реферальная система, да, вот реферал программ. Сюда мы переходим, здесь видим реферальную ссылку 20% от рефералов. Реферал стэтс, а это вот реферальная статистика, да. Биткоин адрес, ну то есть это вот юзеры, у которых вот эти биткоин адреса, сколько они пригласили и сколько они заработали. Total amount paid history. А вот, кстати, выплаты, давайте посмотрим. Это total amount, то есть общее количество выводов. Вот они, посмотрите. All users in round 93. Payment time. Ну как это все выглядит? Наверное, надо нажать на ссылочку. Что у нас происходит? А, мы переходим на блокчейн, да? Вот, мы переходим на блокчейн и видим... Вот они, выплаты, видите, у всех они одинаковые. 1475 сатоши. И это общее количество, и вот выводы. Ну вот, как видите, вроде как платит сайт.
до сих пор он платил. Total users — это все пользователи. Раунд 93, я так понимаю, это те пользователи, которые уже получили выплаты. Ну, можно взять, например, проштудировать эти биткоин-адреса, посмотреть, так ли это. Ну, я не буду это делать, заморачиваться не стоит. Итак, друзья, снимаю вот этот кусочек видео после того, как я уже получил выплату на свой депозитный счет во FreeBitcoin, как я вам показывал в начале этого видео. Значит, друзья, смотрите, у меня здесь снова обновился вот этот вот таймер. Когда я сюда вводил свое имя и свой биткоин-адрес, вы видели, что оставалось буквально несколько минут. Это значит, что я успел стать участником этого раунда. Он начался 2 дня назад, а сегодня как раз был 3-й день. И я успел стать участником этого раунда и получить какую-то награду. Кстати, я получил не 1400 сатоши, друзья, а меньше. Сейчас я вам покажу, сколько. Вот смотрите, друзья, это вот мой депозитный, то есть история депозитного счета. Вот видите, 566 сатоши. Я не знаю, как другие, но, наверное, тоже столько. Это, наверное, связано с тем, что биткоин постоянно, ну, цена его туда-сюда растет, то падает, то растет, ну, вы сами знаете. То есть, друзья, это значит, что сейчас у вас есть возможность в течение вот этих 2 дней, которые здесь указаны, также получить какое-то количество халявных биткоин-сатошей. Вы также можете, как я, сделать это уже как бы на последний день, да? Но вот может быть от того, что оставалось буквально 4 минуты, и я как бы успел прыгнуть в уезжающий поезд, может поэтому у меня сатоши получилось меньше. Возможно, я так предполагаю, но кто знает. Так что можно это сделать сейчас, можно это сделать позже, когда хотите, но в течение вот этих 3 дней вы должны успеть стать участниками данного раунда. Пробуйте.